Чайникам здесь делать нечего. Это работа для настоящих профессионалов. С самого утра участники чемпионата проходят своеобразную полосу препятствий. Испытания проходят в 4 этапа. В первом ребятам предстоит провести компьютерную диагностику двигателя автомобиля, выявить неисправность и устранить ее. А где спрятана загадка, знают лишь наблюдатели. Они же судьи и акулы авторемонта. Неисправности мы закладываем сами, то есть перед каждым конкурсантом. То есть задания у всех одинаковые. Окончанием задания является запустить двигатель, чтобы не было ошибок в кодификаторе. То есть все удалить. Автомобиль работает, все системы исправны, задание выполнено. Как и полагается, участники немного волнуются. Из-за этого и время выполнения задачи у всех разное. Влад Александрин, например, в себе уверен. В этом году молодой человек заканчивает Поволжский государственный колледж по профессии автомеханик. Сегодня он выполнял задание по ремонту коробки передач отечественной легковушки. Признается, свой автомобиль всегда на ходу, на высоте, и все это без лишних затрат. Копаюсь я, можно сказать, всегда. Что-то доделываю, переделываю. Поставил мне четырехконтурную пневмо подвеску, колеса, вот. Музыку, само собой, ксенон. Делаю всегда. Умением работать не только головой, но и руками могут похвастаться 70 участников регионального этапа чемпионата WorldSkills. Жюри предстоит выявить лучшего в 12 профессиях – парикмахеры, электромонтажники, сварщики, повара. Основная цель чемпионата – популяризация рабочих профессий, а также повышение профессиональной подготовки и квалификации специалистов по всему миру. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События.